день, уважаемые коллеги депутаты, все присутствующие. У меня большое доверие уже состоявшееся, вот сейчас там движение моей кандидатуры. Я сейчас готов ответить на ваши вопросы. Со многими из вас я знаком лично и не один год. В профессиональном плане знаком с депутатской работой, имею опыт работы в городском совете города Красноярска. Много лет занимаюсь общественной работой в составе нашей партийной команды партии «Единая Россия», на сегодняшний день являюсь секретарем регионального отделения. Определенный опыт накоплен работы в органах исполнительной власти края. Сегодняшний день занимаю должность, занимал должность до вчерашнего дня руководителя агентства печати и массовой коммуникации правительства края. В отношении случаи, если голосование завершится вынесением положительного решения по моей кандидатуре, в качестве основной задачи для председателя этого органа я вижу, ну, прежде всего, собственно, обеспечение работы в целом законодательного собрания и каждого депутата в отдельности. Это ключевая задача — сохранить, собственно, те традиции и те заделы, которые сделаны, ту практику работы, в которой каждый депутат обладает правом голоса, каждый депутат обладает необходимыми ресурсами для организации его работы, каждый депутат, при наличии у него этого желания, глубоко вовлечен в принятие решений по находящейся в компетенции законодательного собрания. В этом плане считаю, что должен председатель, в первую очередь, ну, если позволите, такая обеспечивающая, связанная с тем, чтобы дать возможность законодательному собранию и каждому депутату выполнять свои обязанности перед избирателями. Готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, коллеги, вопросы, выступления у нас иногда совпадают, в общем-то, так, чтобы